Дорогие дамы и господа, я потный как свинья. И сейчас только что я сфотографировался с маэстро, Это, я могу даже показать фотографию. Да, давай. Топ-телезритель. Лео. Так, ну вот, допустим. Ну, только я толстый там. Великолепно. Получил заряд эстетики на всю жизнь. Мы спустимся, чтобы не мешать людям. И снимем. Друзья, жарко, я даже не могу передать, Сейчас мы уже удаляемся, я весь в прыщах, в поту, в сале, но этого стоило всем дешевкам завидовать до могилы. До новых встреч. Скажи что-нибудь плохо, хорошее нашим зрителям. Что-нибудь хорошее. Смотрите стримы Евгения Панасенкова, донатьте обязательно, покупайте и читайте Первую научную. И подписывайтесь на канал Хикана. До новых встреч. Идем. Так, дорогие дамы и господа. Ну, я не знаю просто, что сказать. Напротив меня сидит Антон и все знакомые вам известные люди. Так. Что мы едим, дорогой друг? Мы едим пирожки. А с чем? Похоже на мясо. Похоже. Ребята, и мы не просто это делаем, мы это делаем с маэстро. Да вы просто не понимаете, это не голограмма, это не хромокей. Приятного, джентльмены. Дорогие друзья, это случилось. Пожалуйста, Анна Николаевна. Дорогие друзья и враги, и в финале прогулка. Антон, маэстро, Анна Николаевна. Большое спасибо, маэстро. Да, дорогие друзья, мы гуляем с маэстро. Ребята, а как вы проводите вечер? А вы не гуляете с маэстро, поэтому завидуйте. Ну, по-хорошему, по-доброму, конечно. Я же вас люблю, дорогие мои друзья, и вы тоже. Я хочу сказать, что yes, топ. Девушка, не подскажете, тут чебуречная СССР где-то была? Блин, почему они игнорируют меня? Тургеневские женщины. А, те самые. Московские фифы. Чего? Просто сами. Но они видят, что Донбасс. Они чувствуют, что у него уже ГРМ есть, так что. Нет, пойми, они просто уже заказывают. Оплачивают. Они на заказ. Это просто удар. Если ты через полчаса сказал бы. Почему они меня игнорируют?